Бордюр под водой. Так, на катере едем. Парковка вся затоплена. Блин, проехали. Смотри, уровень как поднялся. Вот этот человек заехал прямо в кафе, чтобы посадить. А, еще надо подъехать, да? Еще в кафе, смотри, столики все раздвигают. Он крыло погнул, походу, здесь. Вот это старик, старикан. И по прямой пошел, да? Убей, конечно. Он ругается, дяденька идет на них. Правильно ругается. Ну подожди, идет, а эти боятся 2 метра пройти, чтобы сесть в машину. Ну-ка, а, номера сзади будут у них, да? Номера мы не снимем, жалко. Honda. Сейчас это нехороший гражданин сниму. Выехать не может. И все, остался там.